Здрасте, с вами я, Федя. Сейчас я начинаю новый, ну не новый, летсплей по Майнкрафту. По-моему, третья часть. Там вторая ведь, как мы с Васей выживаем. Ну, третья. Сейчас мир тот удалился, к сожалению, удалился. Ой, из-за кого? Ну что ж, вот это новая версия. Давайте же выйдем и начнем выживать. А что, лава что ли? Или что это там? Таблички? Чё за фигня? Блин, я испугался он той лошади. Думал, херобрин какой-то там. Здрасте. Чё-то какая-то невесомая хрень. Ну ладно, пойду дальше. Что? Откуда? Как? Так. Это чё? Это чё такое? Так, со мной на сервере никто не играет случайно. Да нет, я один. Чё за... Лошадь, ты меня пугаешь. Откуда? Что здесь добавили в это? 0.15.0. Иди по Х. Я не понял, что эта табличка значит. Может, по факелам или что? Чё? Да ты сам такой. Ты кто такой вообще? Я тебя сейчас найду. Сейчас убью. Ну-ка, чё здесь? Сфигел вообще. Чё за фигня? Так, как выбраться? Чёрт. Чёрт возьми. Так, сломать надо. Там тоже какой-то свет. Что? Да... Уёбище, кто это пишет? Кто это написал? А, там вон еще одна табличка. Подсолнухи, что тут за фигня такая творится? Дальше. Окей-ка. Нига. Стоп, ребят, я что-то припоминаю. Я когда-то смотрел год назад, что ли... Два. К. Что? Ладно, ребят, сейчас я расскажу. Крест какой-то, я не понимаю. Ну, может... Ну, собственно, я смотрел какое-то видео там. Не помню, как называется, но точно помню там про Херобрина. Там вот вначале такие же таблички. По-моему, там нужно что-то... Такой же крест был, нужно было... Лол. Да, конечно, как я заорал. Ха. Да что за фигня? Кто эти таблички натыкал здесь? Может, еще я, когда только зашел на сервер, я ж тут еще ходил, тут бродил, смотрел. Все, ну табличек этих я не видел. Может, я просто слепой был? Я не знаю, может, кто-то зашел так, ну, в чатике, чтобы как-то это открыть. Чат. Да вроде нет ничего. Ну ладно, давайте. Может, я просто их не заметил. Да-дя. Блин, как будто сейчас ответили мне «да». Как будто я просто слепой. Ло-ло-ло-ло-ло. Окей, ло-ло-ло. Я допрыгнул. Офигеть. Сейчас, если бы я туда попал, меня бы засосало, мне кажется. Так, что здесь? Го, уже близко. Окей. Близко, так близко. Сейчас. Погодите, чуть-чуть, ребят. Так. Все, идем. Черт, вода, давай же, давай! Вода. Чё-то вода-то офигела здесь. Так, ладно. Блин, мне сейчас страхово, я один при том играю, никого со мной нету. Это и страшно, что здесь таблички. А, еще чуть-чуть. Может, карту какую-то я скачал, либо еще что-то. Ты на месте. И? Что? Черт, как лагает жестко. Ну вот ты и попался. Чё это за фигня?